Всем привет, дорогие друзья! Это город Трусковец, как тут, собственно, по-английски и написано. Курорт всесоюзного значения. Мы погуляем сегодня по этому городу и ночью, и днем, как сейчас. Сзади, за буквами, находится дворец культуры имени Шевченко. Здесь проводятся различные концерты. Знак любви несколько оригинален. Ну, хоть какая-то оригинальность вы заметили. Потому что везде красное сердечко, а тут как-то более интересно оформлено. Вот это шар. Шар так шар. Между прочим, это музей. Нам, конечно же, было бы неплохо его посетить, этот музей. Займемся. А пока что мы выйдем из частного сектора, в котором я поселился, и просто пройдем по улицам. Обратите внимание на этот забор. Это обычный жилой дом, и у него очень много львов. Видимо, человек очень любит кошек, в частности львов, и вот они у него везде. И вообще, заборы прозрачные, да, обратите внимание. А вот и супермаркет, дорогие друзья. Рукавичка. У нас в России таких рукавичек нет, поэтому я вот, собственно, и показал. Ну, по-моему, оригинальное название. Религиозные мотивы. Видно, да? Вообще в Трусковце огромное количество различных памятников, не только религиозных. А это что-то для очень пригламуренных людей, по-моему. Ну, выглядит красиво, но не знаю, почему-то я не захотел туда зайти. Желание туда зайти это у меня не вызвало, потому что, мне кажется, это вот для таких пригламуренных все. Это, видимо, краеведческий музей города. Я туда, в общем-то, зашел, покажу вам. Вот это краевка. Или укрытие, наверное, по-русски это будет называться, да? Место, где прятались. Не знаю, кто прятался. Но, судя по флагу, это украинская повстанческая армия, мне кажется. Вот так вот они тут прятались. Есть артефакты всякие. Ну, собственно, вот этот подвал или краивка, укрытие – это единственное место, где разрешили снимать. А вообще на этажах музея, собственно, ну, были картины, был советский период. В принципе, музей, честно, меня не впечатлил, но стоит посетить, так сказать, для общего развития. Прогуляемся по улицам, дорогие друзья, обратите внимание на это здание. Тут много таких зданий. А вот это у нас Европа, готель, ну или хотел, да? Так они называют. Обратите внимание, что тут есть бегущая строка какая-то, да, реклама. И там всякие процедуры можно принять в этом отеле, даже если вы там не живете. Война войной, а обед по расписанию. Поедим шашлычка. Не дешево, правда, но захотелось. Ну, смотрите, Юрко Гуцул бренд. Немного народу. Вот мне уже принесли хлеб и столовые приборы. Ну, посмотрим на сам шашлычок. Стоить это будет в районе 500 гривен, может чуть больше даже. Смотрим. Переместился я в более теплое место. Вот, собственно, так выглядит этот бар-ресторан. Так выглядит шашлык, который принесли 380 грамм. А так, собственно, выглядит счет 250 гривен после того, как я умял с большим удовольствием, кстати, вкусный шашлык оказался. А я говорил 500, да? Вот в два раза ошибся. На самом деле не настолько дорого. А вот это у нас промысловый рынок, да? Так было написано. Ну вот новые дома какие-то рядом с рынком. Ну народу там вообще нет. Ну просто нет.
ничего такого не замечаете. Если приблизить, это не Рио-де-Жанейро, это Трускавец. Ну и здесь есть такая вот статуя. Вот это железнодорожный вокзал Трускавца, а вот это, собственно, статуя. Ну, поближе я просто подошел, чтобы вам было получше ее разглядеть, чуть поближе, да? Вот это еще один спа-мотель или отель. Тут они готели их называют. Пятый океан называется. Вот ресторан, но отсюда плохо видно. Подойду поближе, удивитесь. Итак, настоящий вертолет Ми-2. Вот прям просто настоящий, просто вертолет, смотрите, ребят. Вот такой вот дизайн. Интересный. Не, ну согласитесь, неплохо продумано, правда? Санаторий Перлина Прикарпаття. По-русски это жемчужина Прикарпаття. Вот он такой красивый там светится. А вот тут еще один светится. Это санаторий Карпаты. Такой вот. А вот это вариант для тех, кому деньги некуда девать. Это так называемый апарт-отель. То есть внизу, если вы купите номер в этом здании, внизу на ресепшн ваш номер будут сдавать и перечислять вам какую-то мзду. Ну так, по крайней мере, в теории. Потолки 3,40. Жилье, в котором вы можете остановиться, часто называются виллы в Трускавце. Вот это вилла Юзя, например. В общем, кто не хочет в отель, готель, мотель, тому вилла. Это вечерний ночной Трускавец. Все везде подсвечено, выглядит красиво. Благо цены на всю эту иллюминацию благодаря Китаю в последнее время упали. И сейчас не только Трускавец выглядит красиво в ночное время. Но здесь хороший климат, даже зимой здесь на самом деле не очень холодно. Торговый центр Куб. А климат, дорогие друзья, это все-таки немаловажно. Когда зимой на улице не холодно, и отдыхать приятнее. Вот он, этот торговый центр Куб, Кубец, делу кабыздец. Но так он выглядит красиво, оригинально. Ну, еще немножечко ночного Трускавца, чтобы вы как-то представили себе, как на самом деле приятно в темное время суток, когда кругом иллюминация, вот осуществить променад по этим вот улицам. Это кинотеатр «Злата». Я не удосужился его посетить. Рядом с кинотеатром памятник новым украинским героям, точнее старым, но мы изучали их как врагов. А сейчас все перевернулось с ног на голову. Теперь для современной Украины это герои, им ставят памятники. Вот такой вот домик, терем-теремок. Тоже вилла с номерами. Остановиться можно, массаж, косметолог. Вилла Ягуся. Такая вот вилла Ягуся. А вот еще. Один вариант виллы. Торговый центр Куб.
деревянные дома. Видите, да, какой променад? Видите, какой терем, теремок по левую сторону от этого променада? Ну, особенно в сумерках вообще приятно пройтись, когда иллюминация загорается. О, какой терем, теремок вместо АО. Нравятся мне эти дома. А вот это похоже с советских времен, этот мостик, видите? И фонтанчик. Как бы все развалено получается. Уж не знаю, почему бы не содержать было бы его в нормальном состоянии. По-моему, нормальное место. Добавь воды. Добавь дощечек. А вот это интересный отель, готель, мотель «Оскар». И, собственно, статуэтка Оскара золотая рядом. Санаторий «Аркада». Один из самых недорогих санаториев Трусковца. Это была небольшая прогулка по городу Трусковец. Вот это здание, я вам его уже показывал, если у вас есть лишние деньги. Я думаю, кто один раз посетил Трусковец, наверное, захочет и повторить. На этом все, дорогие друзья, приятных путешествий!